Дамы и господа, вас приветствует канал Ростиксона. Сегодня тема нашего ролика будет посвящена бирже Gate.io, а точнее вращаемой рулетке, которая была запущена совсем недавно. Расскажу все прелести рулетки, разберу детально, как начать крутить ее, а также расскажу про небольшие примечания от самих Gate.io. Ну что, начнем? А перед началом ролика переходите в телеграм-канал Ростиксона. Там ежедневно он публикует новости и скрипты, делится своими мыслями, и все, что он делает, пишет это в телеграме. Заходи, там много что интересного. Тем более, на этом еще можно заработать. А также в описании будет ссылка, по которой можно будет зарегистрироваться и получить максимальную и вечную скидку на Gate.io. В рамках компании стартап LuckyWell пользователи могут вращать колесо удачи. Чтобы выиграть белые списки стартапов и претендовать на бесплатный выпуск новых токенов передовых проектов на Gate.io Startup. Перейдя по ссылке, мы попадаем вот на такую красивую страничку, где как раз и находится наша рулетка. У рулетки есть две кнопки – пригласить друзей и получить приз. Про это все я вам подробно расскажу чуть позже. Снизу у нас показываются оставшиеся шансы на вращение. Доля участия в стартапе, общий объем торгов всех ваших инвесторов и общее количество спотовых активов ваших приглашенных. Далее небольшой текст с правилами участия. Для начала давайте с вами разберем, что такое стартап LuckyWell. В компании стартап LuckyWell пользователи могут вращать колесо удачи, чтобы выиграть акции участия в стартап, если общий объем спотовой торговли или общий спотовый актив их приглашенных во время мероприятия или в прошлом соответствует требованиям. Когда можно участвовать? Вы можете принять участие в любое время после начала мероприятия. Каждый раунд Lucky Spins длится 3 дня. Когда время одного раунда истечет, автоматически начнется обратный отсчет нового раунда. Сейчас будет пошаговая инструкция, как принять участие. Для начала переходим на страницу активности. Там мы находим само колесо. Нажимаем кнопку Go и вращаем колесо, чтобы получить долю участия в стартап. Шансы на вращение будут устанавливаться в начале каждого раунда. Далее нажимаем на кнопку «Пригласить друзей» и получаем больше шансов на спиннинг. После уже нажимаем кнопку «Получить» и официально получаем акции подписки. Как увеличить шансы на вращение колеса? В начале каждого раунда приглашенные выполняют одно из требований либо А, либо Б. Как раз на экране предоставлена таблица. Здесь вы можете увидеть условия для первого столбца и условия для второго столбца. В первом, где 30-дневный общий объем торгов всех ваших инвесторов и USDT. Во втором, это общие спотовые активы всех ваших вкладчиков. А в третьем столбце мы видим шансы на вращение в каждом раунде. Цифры, конечно, впечатляющие. Примечание. Если приглашенные выполняли два требования одновременно, то оцениваться будет более высокий из двух условий, чтобы получить для вас шансы на спин. Шансы на вращение нельзя накапливать в течение нескольких раундов. Все оставшиеся шансы на вращение будут очищены в конце каждого раунда. Пожалуйста, убедитесь, что вы использовали все шансы на вращение. Если объем торговли и спотовые активы ваших приглашенных увеличились, то в следующем раунде будут собраны обновленные данные, и вы сможете получить больше шансов на спин в следующем раунде. А на этом у меня все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Напомню еще раз, что в описании будут ссылки на телеграм Ростиксона, а также ссылка на Gate.io. Также хочу добавить от себя, что шанс на выигрыш зависит только от того, сколько людей вы пригласите. Из этого следует, что вам нужно либо иметь кучу знакомых или друзей, или же быть какой-нибудь медийной личностью. Также приглашенные должны будут в обязательном порядке выполнить один из двух условий. А по таблице, что вы видели, это будет сделать довольно сложно. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Вы были на канале Ростиксона. Всем спасибо. До встречи.